Юля, ты где, Ламбро? А, бежишь? Они должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Извините, братанчик. Юля. Колдунья, смотрите, что пауки пришли.
Виталик, проделка. Пошли ШП Синдра Паров. Ну, Синдра Чунг. Рич. Не. У нас просто Ваня отвалился. Неудивительно. Да я, ну, тут уже просто вступил рейд чуть раньше надо. Геру прошел или норм? Геру. Мало для пуга в Геру, блядь, ходить. Чтоб пуги в Геру, блядь, брали, мне надо в мифе пройти весь, блядь. Ключ какой-нибудь, блядь, пройти. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Ну, я как раз сейчас этим и займусь. Потом еще пройду. Три босса. Блядь, он фаер пошел, что ли? Че, это не рейд, что ли? Тем более Славик со мной не разговаривает почему-то. Как будто ему деньги должен, блядь. А он РЛ. Как я буду с РЛом не общаться? Смотрите, завтра тоже хотите? Это титра есть осаду. Не, там отмена, там в дискорде написали, блядь, не будет видно. Какой, блядь, трайт, им одеться надо в вагонный буч. Вы сейчас пока добираете, можно отойти или нет? Да не, поздно уже отходить, а сплять было. Сейчас добираю, сломаюсь. Это... на минуту, можешь. Это дочка Кральки? Угу. Дочка Войда. А-а-а, так ты меня слышишь, Вадяра, чё ты молчишь? Славик, привет, друг. Игнорировал тебя. У дочки Войда такой приятный голос. Не пиздец, как повезло просто. Ой, дай крест, блядь. Да заебал. Сейчас суману. Дайте фулбаф. Ну то есть, Павла пока пробафайте, каску там, крест. Войд, похрести Пасху. Сейчас я похрещу этот рейд, блядь. Что мы с первого травмы убьёт. Я не хочу наговаривать, но как только Войд такое говорит. Где там этот лист? Марка вообще, да? Ну что, вам приз нужен? Ставьте шкаф, ставь шкаф. 5 баксов. 5 баксов? Давай, 0 проблем. Почты. Какой? Почты Беларуси? Колорадскими жуками, что ли?
Дойдет пока к началу лета, да? Вой, дай крест. Вой, это кем ты в рейде? Полипал. Там по-любому камни на силу есть, да? Та-та-та-та-та. Войд, поменяй ауру, Войд. Сейчас. На какую? На лед, наверное. Короче, зачем вы сюда явились? Ты хуя частицу на протопала. Что он в рейде стоит? Ну, ладно. Так а их же две висит. Там нормально, да? Войд идет вторым холипалом в рейде, да? Нет, я первым не был. То есть больше у Славика не было кем зайти, кроме как второго холипала, да? Беги, малышка, беги! Нет, ты еще только кидаешь по КД. Беги, малышка, беги! Я не знаю, как, но у меня с тремя освобожденками из трех я вычтя. Вот. Понятно, для чего ты всегда пятого тела спекаешь. Профакашить, блядь. Фридом дайте. ФДК.
А я вылечил. Так нет, я в глыбе залагал и все. Бабл, блять. Почувствуйте, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце. Альтей, дай гим на хп. Кажется, Ваня оффнулся с мага и пошел в анбаф, не? Дайте мне не могу стать и скину. Два ляма осталось. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Наконец-то! Остались, ман. Талик упал. Лингал первый там по пиару, он забирает. Ну, одним человеком меньше, как говорится, есть плюсы. Да, мне последний нужен. Если не кому, а вам нужно. Но у меня мало. Не кидай. Подстрайфнули еще? Бля, мне еще целка, надо сходить будет на ус. Я половину не помню, вроде как меня заменили на мече. Да, если мувик смотрели, там есть как раз именно нарезка, когда Олег ругается. Да-да-да, в начале. Пойдем вот этот ивент, что мы за квест вообще взяли? Это ключ какой-то там дают. Там говорят, это ключ от хаты кодекса. Ну тогда это абонемент на час к этой, как ее, Вероне. Легендарный боди-массаж от Вероны. А вот это я не знаю, блин.
Синдрагос, у него жена Верона, это бывший Гейм Вирджин. Не бывший, он так и есть, по-моему, сейчас глава Логан 3, по-моему, это. Как был, так и остался. Не, Кодек, он как модератор же идет. Нет, Кодек сам глава. Да. Ну, либо сейчас поменялось. Посмотрите, там на форуме же есть все написано же. Там был руководитель Логан 3, это был этот, Верона. Сколько помню, вот не знаю, с 2010 года так было, по 2014 точно. Подойду ненадолго. Может быть, продали там. Ну, он еще с Хэлма же, он старик тоже, по идее. Старикан, пацан, old school. Он, по-моему, еще играл, когда этот, когда еще Ашоты были, когда хардмод даже не был, даже мунбимов не был. Потому что старый ник, очень старый. Заберите Сеню Волт. Ну, не 10 так не забирали. Забери ты лук собаки. Дайте рыбу. Суманите, если возможно. Вот.
Повтори, где место стоять, с какой стороны? Нет, ты мне говорил, с Алтея стоять рядом. Похуй, где ты стой? Нет, ты не пропадешь. Начинай. Я не рыгаю. Новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Не будет. Штаны будут на запах немного. Нильки, другой встаньте, пожалуйста. А то в кучу встаньте, и там не увидим мы лужу. Другой. Бля, я, короче, натрясусь случайно на пулю. Ну видите, кулак? Ну сними в бахах на пол. Совы, отведите от шапка.
О, Джерри, он волю выбил. Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. А мы... Кризис. Нет. Там Ламурье надо вроде. На холик. Кольцо. Бессонно. Обновите там кулаки, они еще на тухом спали. Хотя бы кулаки. Каску лап, он 13 минут. Кулак. Спали, говорит. А, да, я не заметил. Ох.
отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Стопайте. Рядом стоял, получается. Возле брохота. Да. Я один. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Раскол дает зато. Стали в кучу кинеть пельмени в одну сторону прыгать. Красный ретаргет. Нормально и так.
Давай диван, я вот у выхода стою. Достаточно таких предметов. Ну, он вышел. Подожди. Чем подожди? А я типа баф по локу. Подсказка там обней. Ага, я второго. А, там откуда шваться уже, да? Да-да-да, секунду. Он же сказал, что он отойдет на пару минут. Там выше писал. На минуту, а то и две сказал. Че он придет запускать? Неужели прибыли на конец? Все, вам здесь уже. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи.
Господи. Да будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. И могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Протопали. Попало. Проморожу вас насквозь. И вы засветитесь на ледяные основы. Кого-то гимном ману. Ставим тот. Присты сферу играем, ханты тоже. Да дотайте, чумы нету. Крест по половинам, да? Крест. Звезды устали. Ханты ловушки готовы. Ушли из центра, лужи. Служи направо. Болты. Ивану дай. Ивану.
Кулак можно, Варм? Кулак там. Бафну, бафну. Все тут. Да-да, все тут. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем... Блин, пробавайте магов еще раз, пожалуйста, Павлы, хотя бы. Я ваше пятого забыл призвать. Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Его астрал смотришь, что ли? Семьдесят пять. Да-да-да, тоже. Лота гимна ману шамана Татан. Престы играем в сферу. Thank you.
В левую сторону стали. Видишь? Летим вправо, в лужу влево. Я за потом стан должен давать, где он? Лука! Никого из тех, кто станет. Зачата 7. Звёздочку потом. Беги! Тим как первый раз. Лужа, лужа, лужа. На эту сторону летим, звездочку. Леча проведи сюда, чтобы не в лужу лететь. Посевали к луже, посевали к луже. Трусы, трусы, трусы! Гильдаль, гимноман. Иннеры шаманам раздайте. Агро не рвем. Полосвиком это когда все сбежимся. Клота даже гимноману. А это шаман это темп стоит и воскрасит коляшец. Звездочку. Давай гимноману, Клота. Ставьте тотемы. Лужа 3. Thank you.
иначе, как и я, будете... Пробегаем, бегом, бегом, бегом. На троне. Ради, если бы мы на второй фазе рост не давали и сейчас дали, за две комнаты, да, бы убили? Ты бы тогда меньше слил, лечу, возможно, еще по одному волнам был. Видишь, мы когда валик тех убивали, там уже переводили. Ну, там спорный момент. Дайте со стороны декана всякий случай, наверное. Скажите в лича чистый урон. Препятствие, которое я воздвиг перед вами, сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском. Сгорели. Нет, дождь совсем вашей ярости. Ну я хуй знаю, я засекал сколько. Я засекал, короче, движет вами, когда мы еще не использовали ребро. Ну там может 2.05, хуй знает. А больше двух я полопил фласку. Нордринг, ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. Вот видите, вот если бы Альтея не разлила лужу, мы бы убили Спиротра. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Что, Альтея 2000 ЕП, а нам 3? Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. По душе это ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Возможно. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец-то!
Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Надеюсь, клятва хранителю пойдет. Два метриса, чекайте, скринт. Очень хорошо. Серый, поставь, пожалуйста, в этой мат портал. Спасибо, Animal, за Боб. Ты лучше. Нет, клятвы, метриос, вы не нравится. Ну, ладно, на один метриос ошибся, бывает. Ну, хоть арбалет порвали, блядь. Спасибо, сервис. Так, сейчас, секунду. У меня шлак какой-то в сумке. Так. Тигара, тебе нужен арбалет? Угу. Ты один рулишь, да? Угу. Лучше бы, конечно, клятва была. Арбалет ДПС не даст. Метриос надо кому-то? Угу. Новов не надо никому? Да. Где ты там, бля? Какой пати? Покорить надо кому-то. Покорить с Фуксу перед рух Визи. Тут перед рух выше Визи с Фуксу. Так, с перед рух получает покорить. Так, теперь конь. Кто достоин? Кто уверен, что он достоин коня? Кидаем ров. Да, 5 и 7. Раз маунта нет, он хуёвый. Ну реально никчём, просто вот. Так сильно не кидайте. 5-6 сильно. Ладно, Капар, ты сегодня волю проебал, так что тебе удивительно. Да. Сяп. Так, заходим на ИП. Ну, блять, я тоже думал, в принципе, можно было бы хилом, ну, чё-то, блять, редко такое бывает, когда два претендента у меня в голове, блять, на коня на этого. Давайте пати на ИП. Так, пусуйте сейчас и нам. Тут ДПС да много было? Духовище ДПС вообще очень много. Так, Лифин, кого кикать? Я вышел уже варм, нормально тебе. Кто не вышел? Кто-то тебя обманул. Не знаю, что делать надо. Ну, престон не вход. Ну, это Хант, вон он, Блоди, который... Да, Блоди Шортс. Так, что, можно начитать, да? Ну, ему с этого, с кого там босса, когда Ваня поменяли. Сколько там было? 45? Сколько? 1000? Минус 1000. Минус 1000 на нём. А, блядь. Ладно, сейчас. Какой смысл был иметь и при том...